Добрый день, это клуб Spellscape. Сегодня у нас будет обзор одной из самых популярных и самых известных игр настольных и, в принципе, компьютерных, потому что она от них произошла. Это Покемон. В данном случае мы видим базовые стартеры самого последнего сета, который вышел, это Sun and Moon. Сейчас мы увидим, как, собственно говоря, это все выглядит. В чем выгода вот данных стартеров? Здесь мы видим, их есть два вида. В том, что эти стартеры еще идут, вы получаете на самом деле не один набор, а вы получаете на самом деле несколько, потому что он дублируется, вот такой значок, он дублируется еще онлайн. То есть, собственно говоря, покупая вот такую вот колоду стартовую, вы получаете все это еще и онлайн. Там внутри просто лежит код, который вы можете получить. Я, например, получил, и, в принципе, можно прекрасно играть как на планшете, так на телефоне, так и, в принципе, и на компьютере. Она есть на Mac и на PC. То есть в данном случае вы практически получаете по две колоды. Игра Pokemon имеет довольно уже продолжительную историю, как и Magic, как Yu-Gi-Oh. Это одна из самых известных, самых популярных игр, которые есть. Например, возьмем вот такой вот набор из этого сета и посмотрим, что, собственно говоря, внутри него. Ну вот мы открыли коробку и, собственно говоря, вот ее содержимое. Ну, начнем с самого простого. Вот такой буклет, и одновременно является полем для игры, матом, назовите его как хотите. Он идет на двух человек, небольшой. То есть здесь описано базовое правило, то что и еще условия, там, спящий покемон и так далее. Его состояние, которое возможно, это сам ход, активный покемон сюда ложится, вот скамейка запасных, здесь идут призы и так далее. То есть, в принципе, это является базовым полем. Оно не обязательно, но оно есть. С другой стороны его, по большому счету, это и есть все правила покемона, которые вам надо знать. Остальное, в общем-то, написано, как у вас в остальных играх, на карточке. То есть покемон нельзя назвать сложной игрой. Он достаточно легок в освоении, но он очень, благодаря изданиям, благодаря картам, он не является глупой игрой и действительно по-настоящему совсем простой. То есть здесь достаточно много чего есть думать и предпринимать. Тут это уже в процессе игры можно увидеть. Ну и того, грубо говоря, у вас есть правила и мат. Дальше. Такая милая коробочка. Здесь мы видим фойловый покемон, который входит в колоду, которая здесь. Это 60 штук. Ну и монеты мы сразу же видим. Вот такая вот голографическая, она оранжевая. У другой колоды она фиолетовая. То есть для каждого заглавного покемона идет монета. Она используется всегда в процессе игры. Так, это вот жетоны. Вот жетон GX новой серии. Это одна из атак. Вот, собственно говоря, жетоны повреждений. Ну, это жетон эффекта там отравления или же ожога. Это всего лишь картонные жетоны. Хотите, используйте их, хотите, нет. Ну, достаточно просто. Дальше. Опять же, ничего такого сверхъестественного. Общее описание. Что это такое, вот добавленные правила, и здесь, как и практически у всех игр подобного типа, список самого сета, редкости, вы можете его здесь отмечать, что вы, собственно говоря, собрали, что вы нашли и что вы хотели бы. Так, дальше, это то, что непосредственно говорилось. Вот такая вот карточка, это и есть онлайн-код, тот, который вы получаете, вот он сзади, которую вы получаете, вводите и получаете эту же колоду в онлайн-игре. Вы сможете ее еще там играть. Монета. Она пластиковая, но вот такая вот голографическая. То есть здесь идет мордашка этого покемона. С другой стороны покедекс стандартный.
Хотите, используйте по что угодно. Но в игре она очень-очень часто используется для практически всех карт. Дальше. Это то, что они называют коробочкой для карт. Собственно говоря, это картонная коробка, в которой и уже изначально лежит колода. Ну, вот здесь сами покемоны различные, энергии, карты тренеров и так далее. То есть, в принципе, вот это и есть то основное, чем и играется. Вот так выглядит колода. Они, как и во всех колодах стартовых, они одинаковые. Ну, их список одинаковый, это в бустерах они разные, там они по 10 штук идут. А здесь они одинаковые, есть два типа, либо одна, либо вторая. Ну, с сетами оно добавляется. Есть еще другие разнообразные колоды, но в данном случае вот так выглядит это. Так, ну и то, что мы непосредственно видели снаружи коробки, вот это вот фойловая карта данного покемона. Он, кстати, есть внутри самой колоды, вот он. То есть это, в принципе, еще один дубль карты. Одна идет фойлова, одна такая вот. Видите, у покемона такой хитрая фойлова, она использует такой здесь вот. Ну и, собственно говоря, вот это и все. Что можно сказать о самой игре? Я игру Покемон знаю очень давно, уже более 10 лет. То есть даже когда еще я только знакомился, допустим, с Мэджиком и так далее, Покемон уже был, и правила, которые были тогда, они полностью действуют сейчас. Поэтому, когда мы открыли данную колоду, буквально пару минут посмотреть новое правило, которое дописано, ну, собственно говоря, и на самих картах, и в этом, это в каждом сете особенность его. И можно приступать к игре. Если вы когда-либо уже играли в него, это прекрасный шанс вернуться, попробовать его еще раз. С вами был клуб Spellscape. Оставайтесь с нами и смотрите наши обзоры. До свидания.